недавно, я из Нефтеюганска. Мой результат 9 килограмм, хотя я, в общем-то, уже большой стала скептик в этой области. Таких людей, как я, называют ветеранами диетического питания, потому что моя похудательная история длится более 25 лет. В моей жизни было все. И Гербалайф, и Барменталь, и Семеновская Вира с иглоукалыванием, и психолог Володин, гипнотизер Бужагин. Но всегда дело заканчивалось следующим. 2 месяца я вела яростную борьбу с собой, своими килограммами. Потом говорила, что нет. И теперь я понимаю, откуда брались эти срывы, это сопротивление. Потому что методика многих этих программ основывалась на борьбе с лишними килограммами. С помощью диетического питания, с помощью подсчета килокалорий. А главное, что велась борьба с самой собой. А когда ты в такой непримиримой войне объявляешь себя, назначаешь врагом именно себя, то о каких положительных результатах может идти речь? Программа Галины Турецкой мне понравилась тем, что она очень гуманна к участницам. И самое главное, что вы объяснили нам, откуда берется этот жир, вытеснение негативных эмоций и ваши психологические методы, практики, медитации мне очень-очень нравятся. Я и раньше стройнела, но это было не более 6 килограмм в месяц. А здесь же ответ составил практически около 9. В моей жизни появилось больше энергии. А самое главное, как мне кажется, и у многих участниц происходит, это осознание собственной самоценности и возрождение любви к себе. Любовь – это самое, наверное, горячее чувство, и только она, любовь к самим себе, может растопить накопленные килограммы.